Но армянский вопрос – это вопрос международный. Три страны, четыре страны, пять стран не смогут его решить. Потому что армянские земли, они имеют первостепенное значение для мировой цивилизации. Это земля, на которой трижды зарождалась жизнь. Я имею в виду, первый этап – это сотворение мира, Адам и Ева. Второй этап – это ковчег Ноя, в честь которого названа ваша программа. И третий этап – это учение Христа, которое было воспринято и принято на государственном уровне именно на территории исторической Армении.